Не жалуйтесь. Ну, пошли, ребята, пошли туда. Пошли, пошли. Что сказать, нет, ребята, конечно, спасибо, что вы приехали. Молодец, что, конечно, за победу, конечно, что победа это была, как говорится, слезами на глазах. Тяжело было. Я была и голодная, и холодная, но ничего, выжила, конечно. Потом, знаете, приехала еще с УХУМ, работала в 47-м году на госдаче. И вот уже здесь 65 лет в Абхазии.